следующей программе «Простые вопросы» народный артист России, кинорежиссер Алексей Учитель рассказывает о своем новом фильме «Матильда». Моя задача, и как мне кажется, это самое интересное для зрителя, показать будущего императора не статуей, не иконой, а человеком. Матильда призывала будущего императора отказаться от короны. Вы нашли для себя ответ. Причина этого шума? Абсурд заключается в том, что этот человек не видел фильма.